Вот такой вот хаммер. Значит, диагноз. Включается, работает, крутится. Но нет боя. Он что-то там пытается издавать какой-то звук, но нет удара. Вот, допустим, вращение и удар. Вращение есть, а удар, ну, слышно, что он не гладко идет, но удара вообще нет. Разбираем и будем ставить диагноз. Начнем с разборки. Снимем вот эту верхнюю крышку, откручиваем шестигранником 6 винтов и смотрим, что в середине. Чтобы снять крышку, нужно еще открутить 2 винта. Вот эти на ручке. 2 винта откручиваются, ручка немножко отходит назад, и крышку можно открутить. Смотрим. В принципе, механизм есть. Сам механизм есть. Поршень в наличии есть. И будем сейчас смотреть на ходу, вращается ли, есть ли движение здесь, потому что удар передается по этой части, а вращение здесь по другой линии передается. Сейчас будем разбираться. Значит, что при включении вращение идет, поршень подается, поэтому как бы нужно смотреть здесь, почему поршень ходит, а удар туда дальше не передается. Значит, здесь ничего не разбираем, переходим сюда, открываем эту часть и смотрим, почему туда не доходит. Поршень двигается. Он тут есть. На шатуне поршень прикручен, но не передает удар дальше. Для того, чтобы открутить, нужно там два видно винта, два еще тут внутри. Нужно снять эту крышку. Для этого нужно открутить эти 4 винта. Ну, собственно, нужно открутить и эту ручку. Для этого сначала откручиваем вот эту крышечку. Два винта здесь есть. Откручиваем, крышечка откручивается. И затем есть еще вот здесь винты. Откручиваем винты. И тогда снимается эта ручка. И теперь переходим, снимаем 4 винта и откидываем электродвигатель. После того, как открутили эти винты, теперь эта часть полностью снимается. Смотрим, вроде бы все в порядке. Ну и все, теперь откручиваем эти винты и смотрим, что там в середине. Итак, разъединив, вытаскиваем поршень. Он здесь... Поршень просто здесь снимается с этого подтыка и вытаскивается. Поршень ходит здесь в этом цилиндре. В нем бегается еще и ведомый поршень. Значит, на проверку нет, уже сточилась резинка. Если на поршне еще более-менее, но слегка есть какой-то упор, то здесь уже совсем свободно телепается. Нужно заменить эту резинку. Вот этим местом, где бьется, он туда, чтобы его не... Для того, чтобы определить, в чем проблема, почему нет боя, я подкладывал под резинки. Резинки уже слабые.
подложил под резинки уплотнители для того, чтобы плотность увеличить. Это никак не помогло, все равно боя нет. Теперь для того, чтобы определился, что дело не в резинках. Здесь на ведомом поршне, на ударном поршне, есть выработка. Тут может быть не видно, что это выработка, ну, наверное, видно, 0,5 мм. Что я сделаю? Сейчас хорошо обварю здесь место, зашлифую так, чтобы было ровно, потому что он такой оцентрованный, он вращается, и чтобы не было биения, нужно, чтобы было все сбалансировано. Заварю, отшлифую, попробую. Возможно, так хорошо отбалансирован. Здесь есть система отверстий, которая регулирует. Поршень идет, сжимается, воздух толкает, и потом назад возвращается, и он забирается назад. Возможно, все так отрегулировано, что не хватает длины для удара. Я заварю, проверю, сможет ли это помочь. Ну, вот так был решена проблема. Я обварил, шлифанул. Теперь попробую, решит ли это вопрос, будет ли сейчас удар. Собираю, пробую. Хочу вкратце показать, как разобрать ствол перфоратора. Непростая оказалась задача. Сначала нужно снять вот это стопорное кольцо. Тоже непростая задача. Когда вот здесь вот нажимаете, вот здесь вот место для стопорного кольца. Очень неудобно снимать, потому что одной рукой не подтянешь, нужно двумя руками тянуть, а третьей рукой отковыривать. Я упирал вот эту шестерню в край табуретки, нажимал здесь телом на ствол, оно уходило, и потом шилом поддел край стопорного кольца, вот сюда поддел и свернул. С 10-го раза очень неудобная ситуация. Ну и после того, как стопорное кольцо снято, вытаскиваем приводную шестерню. Здесь есть две направляющих, две шпонки и пружина. Пружину снимаем и две шпонки. И для того, чтобы теперь ствол выбить из корпуса, просто бьем. Бьем сюда тяжелым предметом через проставку деревянную. То есть это может быть, допустим, вы ставите в тут еще есть кольцо такое пластиковое. Это может быть ситуация, когда вы ставите, допустим, на тиски или еще что-то, ставите сюда прокладку деревянную и упираете это в тиски и бьете. И тогда вся эта конструкция. Итак, я выстукал сюда. У меня теперь задача открутить гайку. Вот здесь вот закручивается гайка, я ее уже открутил обыкновенными клещами. Сюда в дырку вставил, держал и клещами открутил, и потихонечку по кругу постукивал и выбил подшипник наружу. После того, как подшипник выбили, вытаскиваем вот эти шарики, три шарика. Шарики вытаскиваем, ну, и они-то, в принципе, сами уже не держат, сами выпадут. И теперь через отсюда проставкой латунной
чем-то выбиваем. У меня есть такой штырь латунный. Насильно выбиваем вот эту часть наружу. Я это уже проделал. Буду показывать затем, как это, в общем-то, собирается. Но выбивалось очень сложно. Кажется, что не лезет. Почему? Потому что вот эти шарики там во вторичном стволе наделали борозды, и он не лезет, и все. Не бойтесь насиловать, выбивайте до тех пор, пока не вылезет. Хоть это и кажется насилием, выбивайте. Хоть я выбивал уже второй раз, все равно выбивалось очень плотно, еле выбил. Специально вставил, чтобы вам показать. Значит, в чем проблема? Здесь внутри от шариков очень такие заусенки образовались. Нежно, мелким напильником, кругленьким. Можете потом доработать немножко наждачкой. Как можно лучше выглаживаете? Здесь не должно быть заусенец. Отверстия должны быть. У меня даже образовались тут, наверное, вот это отверстие, а вот это образовались такие канавки от. Вот это отверстие, а вот это образовались канавки от шарика. И очень серьезные наплывы такие. Я их как мог выровнял для того, чтобы вставлять этот вторичный ствол. И теперь, когда у вас этот вторичный ствол вы вытащили, можно вытаскивать боёк внутри. Как его его тоже нужно выбивать. Теперь уже можете бить, потому что освободились эти шарики. У меня один выпал сам, второй я выбивал, еле выбил, третий до сих пор не могу выбить, насмерть стоит. Но его нужно выбивать в ту сторону, вот через отверстие для сверла. Вставляете и выбиваете в эту сторону. Шарик, ему есть куда уйти, выбить его не могу, ни туда, ни назад. И теперь я уже до этого выбил его, он уже выходит нормально. Здесь у меня нужно поменять одну резинку, но суть в чем, что нужно поменять все три шарика. Они сделались квадратными. Это вот шарик лопнул даже, расклинился, и я его не могу ни туда, ни туда выбить. Буду прилагать серьезные усилия для того, чтобы высверлить его. Нельзя, это же шарик. У меня диаметр шарика 7,5 миллиметра. Буду вставлять сюда, может быть, 7,4, какой найду. Но все три шарика нужно менять. Ну и, конечно же, нужно, если где-то есть какие-то задиры, их нужно аккуратненько подправить мелкой наждачкой. Но прежде всего мне нужно выбить этот шарик. Сейчас буду гатить молотком, потому что никакими приспособлениями пока ничего сделать не могу. И это полная разборка. Как собирать в обратной последовательности, я вам все покажу. Ну, вот таким образом. Значит, в чем суть? В принципе, для того, чтобы вытащить отсюда, оно же вот так вот вместе с подшипником вставляется, можно было и не снимать сначала пружину, а сразу выбивать, и потом уже, и это было бы более правильно, сразу выбивать, вот так оно было,
можно было выбить, открутить гайку, и пружина послабилась бы там вместе с подшипником. Тогда же было бы удобнее и более правильно. Но бывает так, что здесь подшипник держится стопорным кольцом, и не увидишь, там же стоит пружина, пластиковая шайба, не видно, там есть стопорное кольцо или нет. Поэтому я сначала снял пружину, посмотрел, стопорного кольца нет, значит, подшипник может выйти, и я его отсюда выбил. Ну, вы можете, если вы знаете, что там стопорного кольца нет, то можно сразу вместе с пружиной сняли, стукаете и вытаскиваете, выбиваете вместе с подшипником эту часть корпусную. И тогда ствол у вас уже в руках, и вы потихонечку его уже на месте можете разбирать. Ну, сейчас я начинаю приводить его в порядок. Как я уже говорил, зашлифовываю здесь заусенки, нахожу резинку, выбиваю шарик, и зашлифовываю здесь заусенки и начинаю собирать. Найду шарики подходящие, вот эти три полностью в анабиозе, из-за этого шарики запали и заклинили боёк. Ну и теперь приступаю уже, собственно, к подготавливаю его к сборке. Так, я уже приобрел колечки вместо изношенных в обыкновенном автомагазине. Понес, мне подобрали, это темный, я даже купил в строительном магазине. Такое нашел только в автомагазине, отчего не могу сказать, долго искали, нашли. Значит, как я уже говорил, очень важно все заусенки так зачистить, чтобы все-таки был заход, чтобы можно было засовывать, и движение, чтобы было. Смазываем и вставляем. Значит, сначала вставляется вот эта часть. Вставляется просто. Одеваем резинку на место, смазываем. Ну, тут уж кто чем смазывает, я смазываю, или есть у меня фиол 1, неплохая смазка. Я в данный момент маслом шрус смазываю, значит, туда оно заходит, направление, вот эти пазы напротив отверстий. Также я приобрел новые шарики, потому что у меня 7-миллиметровые вообще износились полностью, невозможно было. Для того, чтобы они не выпадали, смазываем или то место, куда вставляем, или шарик немножко смазываем, и тогда он не выпадает. Один выпал, я как раз не смазал один. Искать не будем, потом найду. Значит, у меня на этом перфораторе идет сначала 7 миллиметров, потом эти 7-миллиметровые, а дальше сюда и вот сюда 8-миллиметровые. Все равно выпадает, немножко больше смазки нужно. Так, ну и теперь вставляем эти две части. Как я уже говорил, это новые резинки, они то ли, может быть, немножко больше по диаметру, но вставляются не очень мягко, но туда их можно вставить. Вставляем и закладываем тоже сюда шарики. Не очень легко идет, приходится немножко применять силу, но заходит. Ну и уже
В таком виде здесь тоже можем закладывать шарики. Здесь 8-миллиметровые шарики тоже также смазываем и теперь уже можем собирать в обратной последовательности. Покажу всю эту обратную последовательность. Ну, что сначала? Сначала подшипник, он как раз закроет шарики, чтобы они не выпадали. Подшипник просто вставляем и наставочкой потихонечку, шаг за шагом, забиваем до самого конца. Тут сначала перед подшипником идет резиночка, колечко резиновое. Оно у меня было в хорошем состоянии, и я его не менял. Поэтому тут с этим проблем не будет. Ну, а через проставочку аккуратненько молоточком забиваем до конца подшипник. Ну, какую я нашел проставочку? Ну, прямо вот этот же корпус, вот эта часть, она как раз хорошо становится. Потом досточку и аккуратненько небольшим молоточком. Погнал и погнал. Выставляем так, чтобы оно было ровненько. Еще 1 миллиметр. Все, я слышу, изменился звук. Все стало на свои места. Все, теперь здесь ставится шайба и гайка. Гайка вот такая. Сейчас хочу все-таки показать причину поломки. Вот после того, как я собрал, видно, как выглядит эта часть после того, как в нее сюда вставляется сверло. Сейчас хочу показать все-таки причину поломки, почему не было боя. До того, как я его разобрал, вот этот внутренний боек, он был вот в таком состоянии, в утопленном, опять упал шарик, в утопленном состоянии заклинил, и, по сути дела, поршень не доходил до него. Сейчас, когда всовывается сверло, вы упираете в стену, в бетон, этот нажимаете на него, этот боек выдавливается, и вот даже вот до такого состояния, вот это его крайнее состояние, видите, на целый сантиметр выдвигается. Вот этого сантиметра не хватает для того, чтобы тот внутренний поршень ведомый ударил вот в эту пятку. А у меня он был, или у вас, когда нету боя, он заклинил вот в таком состоянии, и поэтому удара и нет. Не доходит этот боёк до него. Ну, собственно, в этом причина поломки. Специально даже начал собирать, но решил разобрать, показать причину. Теперь, после того, как мы зачистили там все внутренние грехи от шариков, которые там нарезали, теперь можем полностью собирать, и у нас будет снова рабочий перфоратор, не то чтобы как новый, но в абсолютно рабочем состоянии. Резинки заменены, теперь вставляем все на место в обратной последовательности. Как затянуть гайку? Для этого я использую такой инструмент, затяжку. Такие, кто-то называет их попугайчики. Вот сюда продеваю какой-нибудь вороток и затягиваю. В принципе, затягивать нужно хорошо, насколько это возможно. Должны понимать, что потом когда-нибудь их его придется откручивать. Но откручивал я именно этим инструментом. И мне удалось открутить с разных позиций, потому что когда вы прижимаете, вы немножко зажимаете резьбу, и подтянуть нужно хорошо, чтобы не открутилось. Все, теперь
С этой стороны можем вставлять здесь пластиковая прокладка, пружина, штифты, шестерня и стопорное кольцо. Ну а затем будем вставлять в корпус. Убираем, в общем-то, в обратной последовательности все происходит. Сначала вот пластиковое кольцо, но его можно потом. Потом напротив друг друга ставим на смазку. Я уже говорил, я использую шрус. Ставим шпонки, которые будут защищать, ну, которые будут направляющими для шестерни. Затем идет пружина шестерни. Здесь обратите внимание, шпонок 2, а пазов 4. Выберите, если у вас есть какие-то разбитые, не очень целые, выберите наилучшие из них. У меня, в принципе, все одинаковые. Мне без разницы, какие попасть, но они должны зайти. Ну и все. И теперь ставим назад стопорное кольцо. Оно ставится, в общем-то, легче, чем снимается. Натягиваете на это место, ставим стопорное кольцо, и все. Все, оно уже установлено. Проверяйте, что действительно все установлено. Ну вот таким образом. Единственное, что, конечно же, нужно все хорошо смазать. Где, ну вот, чтобы смазка попала, натяните, промажьте везде. Должна быть смазка. Здесь, в принципе, смазан должен быть только подшипник и вот движение этой шестерни. Ну и все, теперь будем забивать, ну не забивать, а садить уже в корпус. Таким образом, эта часть перфоратора будет собрана. И можем приступать к полной сборке. Но напомню, не забудьте здесь промазать хорошо. При сборке не забудьте все хорошо вычищать от старой смазки. Ну и затем смазывать новой. Для какой цели? Для того, чтобы убрать все продукты износа. Стружка, какие-то, возможно, отломанные части металла, отколы какие-то. Они обязательно здесь сохранятся, попадут обязательно в шестерню, выйдет что-то из строя, подшипник. Поэтому собирайте аккуратно, прежде чем поставить подшипник. Ставим сначала колечко и затем уже запрессовываем сюда. Запрессовываем обычным способом. Сейчас пойду поставлю на тиски или какую-то подставку. И сюда через деревянную прокладку можно просто забивать. В принципе, он хорошо заходит, поэтому с этим проблем никаким не будет. В принципе, можно и сейчас это сделать. Если на весу так держать, то можно потихонечку забивать. Ну, еще несколько ударов и будет на месте. Ну и останется только собрать до конца. Итак, для того, чтобы собрать, устанавливаем ведущий поршень. Устанавливается сюда уже. Находим такое положение, чтобы он туда залез. Ведомый поршень вставляем туда, не забываем. Причем резинкой сюда наружу. Ну и вставляем, надеваем просто его на поршень, следим, чтобы поршень не ушел в сторону. Ну и все, и теперь не так. Сначала вставляем вот эту
Этот кожух, он вставляется длинной частью, вот этой длинной частью, туда, в середину. И тут еще есть такая резиночка уплотнительная. Ну и все. И уже теперь надеваем на поршень. Поршень нормально, хорошо одевается, без проблем. Обычно без проблем. Там резиночка есть на поршне, поэтому смотрим, чтобы она хорошо зашла. Закон подлости почему-то не заходит, хотя всегда заходил. Вот здесь поднялось. Теперь все заходит. Так. Ну и следим, чтобы правильным образом поставить. У нас мы же можем так, но тут метки должны по корпусу, должно, смотрите, как более правильно. Ну и все, теперь закручиваем здесь винты, с этим проблем не будет. Ну и можно уже прикручивать верхнюю крышку. Верхняя крышка легко вставляется, тут есть положение без вращения, есть положение с вращением. И вот при положении с вращением она туда хорошо вставляется. Но это после, тут эти крылья закрывают винты, поэтому сначала 4 винта, потом ставим крышку, смотрим, чтобы здесь более-менее была смазка. У меня она есть, собственно, сколько бы вы ни наложили смазки, при вращении она все равно раскидается по краям, поэтому главное, чтобы была смазка, и смазка должна быть такая, которая прилипает, меньше слетает, и температурный режим хороший, потому что будет работать и зимой, и летом. Я пользуюсь или фиолом, или шрус. Все, закручиваем здесь 4 винта, и здесь, и уже начинаем собирать здесь СДС крепеж. Приступаем к сборке уже теперь СДС патрона. Вставляем шарики. Здесь шарики у меня 7-миллиметровые с двух сторон. Затем ставится, как видите, я все хорошо протер. Здесь не нужна и смазка никакая, пружина. Затем одевается кожух. Кожух как раз будет сдерживать, надеваем, сдерживать шарики, чтобы они не выпадали. Потом ставится сюда вот такая шайба и стопорится стопорным кольцом. Ну, собственно, это вся процедура. Единственное, что не всегда легко сделать, чтобы стопорное кольцо сюда зашло. Ну, тут уже у каждого есть свой метод. Можно немножко растянуть плоскогубцами, и оно тогда становится. Все, патрон собран. Но, собственно, теперь можем поставить резинку защитную. Она просто натягивается сюда. Раз, все, натянули. Это все, что нужно. Теперь, вставляя сюда патрон, выхожу на улицу для того, чтобы попробовать, что же получилось, есть ли удар. Сейчас все покажу. Хотел я выходить на улицу, решил здесь в доме сразу поставить, подключил я, поставил сверло, поставил в режим без сверления. Ну и вот как-то и пробую. Вот как-то так. Может быть. Наверняка слышите, бьет очень хорошо. Ну, собственно, он же бочковый, или бочковой, как это называется. Все, тогда ремонт произведен.
зашел хорошо, не вытащишь. Продолжаю собирать. Теперь уже все в обратной последовательности. Мне нужно осталось этот кожух прикрутить. И для этого нужно корпус снять, кожух поставить и назад двигатель поставить. Ну и прикрутить здесь ручку. По сути дела, ремонт закончен. Подписывайтесь на канал. Много интересного ремонта различных бытовых приборов и электроинструмента. Всего доброго!